Здравствуйте, дорогие друзья! Это у нас вторая серия прохождения Сталкера «Тени Чернобыля». В прошлой серии взял много заданий. Сейчас перед записью не начал запись, не заметил. В общем, продал я пистолетики всякие на 500 баксов. Было 1,5, стало 2. По миссиям. Надо сейчас быстренько выполнить будет задачу по псевдособаке. Вот как только ее, где ее найти? Не показывает, к сожалению, куда идти. Ну, я думаю, мы найдем по пути. Ладно, давайте тогда к какому заданию пойдем? Журнал, кстати. Первая дальняя вылазка. Так, направляюсь в первую дальнюю вылазку по зоне в бывшем НИИ Агромпром за документами военной экспедиции. Вместе с заданием услышал информацию от торговцев, больше похоже на легенду о местности, где-то на севере пути зона, где мозги закипают. Принимая тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке, надо к этой теме присмотреться. И народ поспрашивает, чем черт не шутит, а может я там тоже бывал. Да, еще торговец узнал информацию, что как раз стрелок эту место вроде бы научился проходить. Торговцы хотят узнать как, для этого чего им нужно, непонятно. Хотя доступ к нетронутым полям артефактов получить. Ну что ж, я готов к сотрудничеству. Но это я все читал. Почему оно опять-то... Один братан вчера ушел на разведку заброшенную. Так, ну это мы читали все. Вот это... Журнал опять, оно все зеленое стало. Ладно. Так, предлагает нам поговорить, значит, узнать что-нибудь еще. Классно у тебя выходит. Так, интересного. Больше ничего не знаю. До встречи. Ну они, походу, опять же ничего не знают. Может, волк знает что-нибудь? А, навел своим ребятам порядок на АТП. О, отлично, друг, вот держи лично от меня. О, медуза. До встречи. Так, не буду я брать все-таки много каких этих задач. Потому что, блин, там по одному дню даются на квест. Надо сейчас быстренько все успеть выполнить. Вот медузу я получил. Надо отдать ее. Так, я по поводу задания. Вот, задание выполнено, медуза. Фотка, ха-ха-ха-ха-ха. Так, до встречи. Так, все, спасибо. Один квест выполнили. Что у нас еще по задачам есть? Пробраться на военные документы. Вот это вот надо, наверное, выполнять сейчас. А. Вот. Усовершенствованный костюм. Монстр. Убить сталкера. А где вот мне его взять? Вот, зачистить уничтожение лагеря. Провальные. Я не хочу, чтобы не были провалены. Во! Он покажет же, да? Вот так вот, да? Да, показывает. Все, погнали. Зачистим местность от мутантов. Сейчас прям плотненько надо поработать. Подожди-ка. Двухстволочка мне прям понравилась. Мне нужна собака. Ага. Псевдо-собака нужна. Это обычная собака? Мне нужна псевдо. Так, там вон труп какой-то лежит. Где чё?
Ага. Что за звуки? Вон там хер бегает. А, смотри, там что-то взрывы какие-то происходят. Так, ну мне вот эту территорию, получается, надо зачистить. О, это что у нас? Копыта кабана. Но не могу подобраться. А как? А что? А что? А, не, мне дальше надо идти. Опасно. Что-то я разбежался там вообще так жестко. Тихо, тихо, тихо. Так, вы тут что делаете вообще? Сорян, ты сам на меня налетел, я как бы не собирался. Вот, это задание отмечено получается. Так, тут лагерь получается какой-то. Ну? Зачистил, получается, нет? Вот я здесь. А, вон там что-то зелененькое. Снова выстрел убивает, очень классно. Так, что-то там появилось. Так, погибший сталкер, вы нашли его наблюдение за аномалиями в туннеле. Оказывается, он обнаружил в их работе. Вы можете прочитать эту информацию в МКВО, разделить дневник. Без проблем. Что такое? Твою мать! Чё так страшно? Ужасно, ужасно. Это все, конечно, понятно, но... Миссия-то чё? О, задача. Как встретиться... Встретиться с провожатым. То есть это я встретился, получается, с провожатым. Пересечь железнодорожную насыпь. Ну, мне вот это вот не выполняется. Кто тут еще остался? О, псевдособака. Ой, ой, бля, а что такое-то? Я не хотел с ними ссориться. Почему они красные стали? Слушай, как-то я не знаю, мне кажется, это неправильно. Я, наверное, не должен был с ними ссориться, да? Ладно. Как-нибудь аккуратненько.
А чё, не бессмертный, что ли? У них пушки классные, сейчас пушки их и заберу. О, заберу? Или мне кажется, меня сейчас заберут? Хорошо, патронов много. Сколько их там осталось? Еще один. Все? Опа. Я не думаю, что это лучший вариант был прохождения этой игры. Но, типа... Ну, я не специально. Я сбежал за животным, а они, получается, напали на меня. Так, этого залутал. Вот этих двоих. Троих. Так, мне пожрать надо, у меня там что-то с голодом. А как посмотреть голод? А, хлебушек съесть. И, наверное, надо использовать вот так, куда? Парам-то, где еда? Мне там пишут, что жрать хотел. Чего, как там хотел? Вот это что такое? Прототип пистолета. А, ого! Ого, 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 скорострельность там. Я оставлю его пока, пускай будет. Вот, за косарь у меня есть. Вот этого лучше. Эти можно будет продать. Ничего себе. 5.39. Угу. Неплохо, неплохая такая штукенция. Так. Хвост собаки обычный. А, я думал, это псевдособака. Ну ладно. Этого обыскал? Нет, не обыскал. Так, и вот там еще один. Не знаю, зря, наверное, я с ними все-таки войну затеял. Там вон еще трупы какие-то лежат. Опа. Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Лисом кричит. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. В смысле, бегом к нему? У меня миссий других. Так, давай сохраним игру. Ну, пойдем посмотрим, что там. Очень уж интересно. Тихо! Блин, эти аномалии, жесткая штука. Оружие убрал. Поговорим. Только сперва пушку спрячь. Так, Гена Плотник, здорово. Что можешь интересного рассказать? Здесь одна фабрика старая недалеко. Так мы с нее бандюгов выбиваем, они каждый раз опять возвращаются. И месяц последний раз не прошло, они уже тут как тут. Ты вообще посторожно там. Спасибо, Ген. Добра тебе. Так, тут у нас что? Тут у нас какой-то мини-лагерь, я так понимаю, да? Так, вот тут где-то парень, с которым надо поговорить. Что ты с собаками не смог справиться? На, держи. Получить информацию о стрелке. Упача. Лис, здорово. Так, спасибо. Так, теперь я тебя внимательно слушаю. Торговец сказал, что есть информация о стрелке.
Из чего это им все в последний заинтересовались? Но сказать, что я его лично знал, так совру. Не было такого. Опыт общения, правда, какой-какой есть. Как-то его группа моих ребят обстреляла. Никто не пострадал. Неявно других ждали. Так что больше зашлись мирно. Поматерились друг друга через овраг. Разошлись. Серый мой брательник. Сейчас в ангар на свалке. В смысле? Что за хрень? Что, вы офигели, что ли? И все пустышки. Все, одолели тварей. Ты мог меня предупредить, нет? Так, слышь, приятель, ты меня дважды уже выручил, я таких вещей не забываю. Вот возьми уже чемпион, спасибо, полтораха. А что можешь интересного рассказать? Застрял я тут, застрял, понимаешь, домой хочу, не пускает. Это мы читали, что еще интересного? Ничего, все, до встречи. А ты нам друг теперь, да? Лис друг. Замечательно, у нас друзья теперь есть. Так, у нас следующее задание. Идем еще куда-то. А что за задание мы выполняем, кстати говоря? Так, журнал. Встреча с Лисом, полезная информация. Короче, тут что-то новость на пока стрелке. Он знает мало, другой хороший. Я получил информацию, что его брат серым кличут. Знает о стрелке больше. Серый, я так понял, километров 2 на север. Я сразу после свалки с ним встретился, пока он разобрал другое место. Аномалия, воронка. Аномалия предположения говорится с определенного момента радиусе. Йоксель, моксель. Карусель, трамплин. Медуза образует трамплин. Слабое защитное поле, повышенный фитом, которого является легкое излучение. Артефакт широкоспектрального дара. Интересно. Ого, снорк какой страшный. Слепой пес. Надо будет как-нибудь это все почитать. Так, ладно, идем дальше по заданию. Что же делать? Скоро ночь начнется, скоро у нас будут проблемы. Так. Так, что, пацаны? Да ну нахер. Вы что? Бестолковые, что ли, вы против меня? Забираем все нафиг. Там еще один где-то сидит. Двое рядом. Калашек. Фуф, это наши кореша, блин, я чуть не пострелял их. Обшарить, пока они не обшарили. Вот еще два трупа. Сейчас с ним поговорим. Так, что у тебя, где у тебя? Не знаю, взял вроде, не взял, не знаю. Так, вы куда пошли там, Пацаны, пацаны, подождите, мне поговорить с вами надо. Настроение. Я понял. За мостом по сражу не понял, там псов бродящих развелось немерено. Будешь ушами хлопать, 2 секунды сожрут. Я застрял, застрял, понимаешь, все, понимаю, да. Так, второго, тормози, тормози. Так, а ты чё пустой? Тоже что ли с этими гавриками по мостом встретился? Вот ведь... Меня вообще сейчас чуть не разделали, хабар уже почти весь отдал, а они сидят все жируют. Что бандюги, что вояки, это было по 100 разницы ноль. Нового ни хрена нового, когда старого говна черпай не вычерпать. Бандюков в конце сволочи оборзели, как за артефактами между нами шусти, так это мы, а как чужие хабары отбирать? Ух, гады, на свалку вблизи не забредают, самое их не место. Понятно. Так, там еще трупешник есть. Кто меня толкнул тут? Чё, это пустой, что ли? Пустой, а? Ну, идем дальше. Надо полекаться на всякий случай. Ой, набрал тут уже оружие. Валим, валим, валим на гирюке. Гели-гели-ваген на делюге. Че, устал?
псевдособака, нет? Если убежите, либо не сидите, вы начнем вставать. Я понял. Это все усталость. У меня тяжелый рюкзак, поэтому я буду уставать. По-хорошему мне надо... Опа. Еще идут сталкера. Трупешник. Аптечка. Давай я мародер какой, а. Так, гляжу, ты тут не особо пока ориентируешься, так сразу предложу по-соседски с вояками не связывайся. Увидел, вали к черту бабушки, а то мозгов в них ноль. Да пацаны, ну стоять! Так, ты что, пустой? Интересно, вы рассказали за стрелы, тут все понятно. Короче, ничего у них интересного нет. Тихо, 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 тихо. Так. Мне как раз таки туда надо, не знаю, что там будет. Увидеть чистое небо. Чё за фигня? Почему все на меня агрессивные такие стали? Не, пошла я нафиг отсюда, ребят. Надо пойти продать это все, а потом вернуться. А потом вернусь, короче, и все это сделаю. Так, а если я жахну энергетический напиток? О! Вот это да. А, ну просто моментально восстановил мне энергию и все. Может, не надо столько набирать всякого лута? Вот мне надо 4 килограмма выкинуть. А, допустим, пистолет дешевый. А, их еще разряжать надо. Так, ну-ка. Да, теперь хожу. Во, у меня выносливость теперь нормально хоть стала. Все, бегу продавать, короче, это все дело. Вот это меня фартануло. Это я лошара. Так, что там за перестрелки? А это наш? Нет, это не наш. Оружие убрал. Да я не к вам. Оружие убрал. Да не буду я с вами разговаривать. Патрончики можно взять. Эй. Да, прикольно они сделали, конечно. Так, инвентарь. Выбросить. Блин, еще один автомат. Но автомат так-то дороже. Так-то дороже стоит. Так, автомат, автомат, автомат. Это 400, это 1000. Этот весит 2 килограмма. Почти 1 килограмм. У меня лишних. А, улучшены какие-то патроны. Интересно. Ну, вот так вот, ладно. Задача. Бармен, стрелок. Вот так вот надо сделать. Вот так вот, да. Во, и теперь побежали. Опа, а это что такое? Это миссия какая-то, скорее всего.
Твою налево, ты чё меня испугал так? Блин, пошел я, короче. Ой! Ой. Надо как-то все дело обойти, блин. Аномалия не кругом, а? Так, аномалию вижу, вот тут вот нет. Какие-нибудь очки нужны, чтобы видеть лучше эти аномалии. Фу, практически дошел. Сейчас продам, пойду стреляться с теми бандосами. Просто жалко, деньги типа потеряешь, ну как так? Что притащил? Так, что нового? Так, а по поводу задания. Насчет какого от мутантов? Что там с заданием? Так, торговать. Погнали. Так, самый лучший какой? Подожди. Братан, ты не врубай? Подожди, подожди. Там врубаться, не врубаться? Так, остается у нас какой? Вот это остается. А, во, вот это остается. А вот эти все можно разрядить, 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 разрядить. Торговать. Продать. 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 Вот эти вот 4 продаем. Неплохо. Хороший товар. А чё цена 70? Ты мне писал, что больше. Очуметь. Короче, он обманщик еще тот. Почему нельзя продавать? Так, гадюка 5 еще есть, смотри. АКМ, патроны какие? 198, 204. Чё-то не понял сейчас. 60 тысяч. А, у него поменялся товар. Однако. Торговать. Неплохо. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. 35. 15 килограмм могу нести. Вот я не знаю. 170. Нет, ценники пишут. Косарь 100. А продать я ему могу? За 204. Вообще непонятно, не пока ничего. Радость туриста. Ну продам я, наверное. Двухстволку продам, патроны. Так, автомат. Не вот так бы всегда. Подходим к какому-то лагерю. Подойду-ка без оружия. Ты чё здесь просто без защиты ходишь? Жить надоело, что ли? Тут же за каждым кустиком аномалия, раз и в дамке. Тут без защиты даже пи-пи делать не рыпаются. Музыкант из тебя еще тот. А что тут необычного? Это что, детский сад? Яслики, так, до встречи. Не так, чтобы прям золотое дно. Ну, здрасте. Застрял я тут. Времени, сноровки опять же. О, здорово, Борька Кривонок. Что можешь интересного рассказать? Ничего, выж пытаюсь все дела. До встречи. Что собак нерезанных. Так, ну чё, у этого автомат. Стариков, у этого чё? Новичков нынче. Что собак у этих автомат, короче. Я всё не знаю, сейчас резко надо. Знаю. А как гранату бросить?
Короче, анекдот. Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде болты пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбало и говорит им: пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за 5 километров вас, уроды, обошел. Так, надо убить, короче. Попал. Немножко жестко, конечно, но... Что поделаешь? Ранили немного. Где твой автомат? Что, забрал его? Тут пистолет аж выронил. Так, вернулся за награды, погнали. Т-т-т-т-тен-тен-тен. Где псевдо-собаку взять, я не знаю. Где ее искать? Во, стоп, давай-ка попробуем. Прикольно. Может быть, мне не надо было их тогда убивать, а подмазаться надо было к ним, а я начал убивать. Теперь придется ходить убивать этих всех на блокпостах, на КПП. Так, я по поводу задания. Вы вердали радость туриста. Замечательно. Так, продать. Так, продадим, значит, пистолеты вот эти вот. Нафиг они не нужны. Радиация плюс 5 находится около аномалии, типа воронка при контакте с телом, исполненное излучение, защитный царапин или ран. Ну пусть останется, не знаю, что с ней пока делать. Так, ну и вот это вот я, наверное, продам. Давай ее разрядим, кстати. Неплохо, молодец. Я доволен. Ага, она без патронов. Подожди, калаш оставь. Торговать. Неплохо. Вот так бы всегда. Все, давай, пока. Проветришься, заходи. Так, что опять я выкинул? Так, задача. Угу. Так, это у нас без ограничения. Вот, найти предмет. Принести обещанное. Зачистить местность от мутантов. То есть надо в лагере будет все уничтожить. Ладно, попробуем. Давай вот это задание выполним. Так, опять какая-то... А, вот здесь мне надо было как-то перебраться, да, через нее? Кто чё? Вот она, псевдособака. А, нет, это обычно. Столько патронов у него потратил, блин. Так, заказчику отнести. Опа. Ух ты! Я сталкер, такой одинокий, Юрка жмот. А стоит его убивать? Я думаю, не стоит. Пацан нормальный. На гитаре лобает. Так, шустрый, дороги бархатом, сталкер, я по поводу задания. Так, задание выполнено, потерян, получен камень, цветок. Торговать можно с ним? Ему можно продать, ничего себе.
Но 1300 могу продать. Торговать. У NPC... А, 230 у него только. Ну давай ему продадим один. Ты чё, шустрый? Денег-то так мало у тебя. Иди поработай. Так, чё по заданиям осталось? Добыча тела монстра. Блин, ну не показывает, где вот эту собаку найти. Ладно, давай, зачистить лагерь попробуем. О, на четверку граната. Не понял я, как его защищать там, но попробуем. О, нормально. Зачистил. Уже натемнее, да? Сколько время? 10:30. Косой. Понимаете, почему я не играю в шутеры? Я стрелять не умею. Так, патрончики нам дали. И 1000. Так, что можем продать? Да, в принципе, ничего. Не знаю, ничего не хочу пока продавать. Братан, ты не врубаешься? Иди в баню, что-то врубаться. По задачам. Вот, так, добыть часть тела, притащи хвост псевдособаки. Один день остался, я не знаю, я сейчас пойду на вот эту миссию, узнать у серого стрелки. О! Во! 800 метров. И, ну, может быть, там встречу. Может быть, там кого встречу. Псевдособака-то, я не знаю, где ее искать, честно говоря. Я ее еще, походу, ни разу не встречал. Так, а чё? Ядрёна кочерышка, это что такое? А чё я такого раньше не видел? Вон там артефакт лежит какой-то. Вон артефакт, вижу. Прикинь, в следующий раз на ее месте можешь быть ты. Короче, возле аномалии будь предельно внимателен. Слышишь звук детектора? Берет болты и бросаешь перед собой. Все, до связи. Что-то не хочу туда идти. Болты. Сколько у него болтов, блин? И кто? Он вообще механик или кто? Мне надо каким-то образом попасть туда. А я, скорее всего, буду... Да, точно, я вспомнил. Я все вспомнил. Опа! Попался я на эту штуку. Вообще темно. Сейчас бы поспать. Было бы неплохо. В темноте сейчас я не знаю, как я буду с ними там перестреливаться. Я вот туда наверх не ходил. А тут ничего интересного нет, да? Опа. Какие-то медицинские части нашел. Ого. Ладно, идем. Пистолеты, это я выкидывал.
И где-то я тут еще автомат находил. Не помню где. Ну ладно. А что, мы его кореша убили? Прикинь. Корешка мы его положили. Он не справился. Ему это не нужно уже. Я бы похоронил тебя, сталкер, но... Но. Мне не до этого. Тут вечно кого-то убивает, кого-то что-то где-то как-то. Это так печально. Минус один. Ой. Что, прогрузка была какая-то, что ли? Сколько их тут было? Нафиг эти пистолеты? Они дешевые, не знаю кто. Хотя я что-то понасобирал их. Пусть у него лежат. А, их можно разрядить вообще? Они все... А, во, был заряженный. Патрон. Я тоже и патрон не знаю, зачем мне нужны. Вон он там есть. Так, убери оружие. Давай пообщаемся. Саникли, за мостом поосторожнее, понял? Там совразящих завелось немерено. Что интересного? Здесь одна фабрика, старая, недалеко. Мы с ним идем, убиваем. Да, до встречи. Вы чё, пацаны? Я тут один откидывал всех. Да вы чё, ребят? Что с вами не так? Жора, язычник, привет, до встречи. Ну выходи уже, ёпки. Торговать можно с ними. О, у него 5000. Я ему продам вот это вот все. Сосранец убежал. Ты чё такой? А, с этими можно тоже торговать. Понятно. Давайте, пацаны, дайте мне пройти, пожалуйста. Ты можешь отойти? Господи, вы такие тупые, а? Понимаете, мне надо пройти туда. А, может, не надо? Не, кажется, надо. Можно их, конечно, положить. Но зачем? Оружие убрал. Ой, ты можешь убраться отсюда. Ты ствол-то убери. Я сейчас убью тебя. Отошли. Отошел.
Блять, неужели? Блять, дай пройти. Так, храни, боец, винтовку, как жизнь свою. Вот так вот. Прийти на другую локацию, да. Вот это поворот. Убить вожака бандитов. Да, ребятки, ну на этом мы с вами остановимся. Продолжение в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Любви, удачи. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Это лучшая поддержка будет с вашей стороны для меня. Все, до новых встреч. Где же ты? Где же ты?